моменты, которые связаны с перспективой вашего изучения, когда вы там, мы там закончим университет, все, и вы дальше сами пойдете, ну, можете со мной заниматься, можете сами, тоже дело как-то. Речь идет о том, чтобы вот этот шаг, который мы сейчас учим, мы его учим с остановкой. Ну, просто по-другому учеба не предполагает сразу знание всех нюансов движения, это естественно. То есть в чем смысл? Что когда, ну, даже на первом шаге, да, я выхожу в движение, то выходя в это движение, в основном все останавливаются. Но это неправильно, то есть нужно, когда форма уже будет готова, то нужно представлять, что нижний дантель, который разворачивает наш таз, он как бы идет и тут же уходит, подтягиваясь. То есть вот такой момент. Не так, что я вышел, бым, ушел, бым, перешел, бым, вышел, бым. К сожалению, я на видео в большинстве вижу вот такие вот бым, 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 бым. Вот. Но это не тайди. Еще раз хочу, с моей точки зрения. С точки зрения других учителей, это тайди. Не вопрос. То есть здесь не спор, кто прав, кто виноват, да? А просто есть у каждого некое понимание, представление. Тайди это есть перетекание инь-ян, рыбки, да, вот это вот черное-белое, белое-черное, в черном есть белое, белое. То есть смысл в том, что тайди не может бым-бым-бым делать, он не может быть обрубленным или обрезанным, то есть он не может втыкаться в ногу. То есть если я делаю на вас движение, да, ну, допустим, ну хорошо, прямо с самого начала, да? То есть вот мой дантянь. Когда я иду вперед на ногу, я как бы поворачиваю дантянь, который поворачивает таз. Но он дальше поворачивает, его под кран и уходит. То есть мой дантянь, он плавает в пространстве, поворот, ушел, пошел вперед, поворот, вышел, подошел, ушел. Раз, и ушел, два, и пошел три, да? Даже когда назад ухожу, смотрите, тоже интересный момент. Уходя назад, я как бы таз подбираю, и подаю его вперед. То есть не просто я остановился, а потом начал. То есть идет движение раз, два. Потом, когда вы выйдете на уровень знания формы, движение должно быть перетекающим, уходя вот от этих углов. Вот это выход, это угол. Но я его делаю так, что я выхожу, подбираю таз, я ухожу. То есть у меня нет втыкания в ногу, это потеря энергии. Инь-ян не должна теряться энергия, она движется по монаде, как бы по бесконечности. То есть там нет потери энергии. И двигаться нужно так, чтобы в реальности не было потери энергии, то есть не было втыкания. И вот теперь смотрите, то есть на примере, скажем, вот этого движения, да? Вот я выхожу, я иду и ухожу. Здесь я иду и выхожу. Ну, здесь понятно, то есть я вышел, раз, два, опять. Иду, и ушел. Иду, и пошел. Видно, нет, что нету втыкания, нету. Бым, воткнулся, бым, откатился, остановился, бым, перешел, воткнулся. То есть вот это на будущее, когда вы в форме. Сейчас мы можем втыкаться, останавливаться, да, мы учимся. Это нормально. Но на будущее имейте в виду, что вы должны стремиться вот к этой монаде движения, то есть к этой бесконечности перетекания форм.